Продолжаем тему русской музыки. И сейчас у нас немножечко регги. Типичная русская музыка, регги. Мы исполним вам русскую народную песню. Впервые об этой песне информация встречается в 1899 году. Написана она была раньше. Называется она «Ой, то не вечер». И с нами сыграет Иван Жук. Внимание, на русской цыганской семиструнной гитаре. Thank you.
Ну что, зал, вы готовы попеть? Игорь Муллер.